Разработан проект комплексного плана развития агломерации города Алматы до 2029 года. Об этом было сказано на совещании руководства области с участием депутатов Маслихата. План развития разработан в соответствии с законом о развитии агломерации. Основная цель проекта – содействие социально-экономическому развитию населенных пунктов, входящие в состав агломерации города Алматы и Алматинской области. В соответствии с планом определены 10 основных направлений. Для реализации проекта из республиканского бюджета выделено 1,5 триллиона, а из местного бюджета предусмотрено более 196 миллиардов тенге. Отметим, что согласно демографическому прогнозу, численность населения алматинской агломерации к 2050 году увеличится почти на 6 миллионов человек. Это, в свою очередь, составляет 79% от общего прироста. Представили проект актуализация комплекса схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Алматы или алматинской агломерации. Работа очень актуальная, она на сегодня на слуху, потому что это самая крупная агломерация в Казахстане и самая активная зона, где более всего развивается бизнес, развивается население. В общем, это такая территория, которая сегодня очень важна для Казахстана, для развития. Через нее проходит Великий Шелковый путь, через нее проходит трасса Западная Европа, Западный Китай. Это связь Китая и Европы. Вот, и все грузы, логистика, вся формируется вот именно здесь. Сегодня мы ознакомились с этим проектом. Хотелось бы отметить, что проект замечательный, весьма масштабный. Я думаю, что он положительно повлияет на развитие области и города Алматы. А потому мы с коллегами и другими депутатами единогласно поддержали проект. Надеемся, что все получится так, как задумывается изначально.